free kick right on the edge of the penalty. I thought it was a good challenge. But he's in trouble here. This is a tricky production. He's had a yellow, and he's off, and he misses the... справляется. Ошибается Асасов на своей половине поля, летит подкат. Шестой номер Лукас Торон и получает желтую уже на пятой минуте. Лукас Торо это тот далекий бросок у Гуэхи. И снова получает по уже травмированной голове Капуто. Желтая карточка Шкриньяру, которая становится для него. И все, и удар по воротам у Арсенала сейчас очень-очень мало. У вас всего лишь, а у нас Алекс Морено на газоне. Мартинес прямой ногой пошел на Бэмфорда. Ой-ой-ой. А Хупер показывает большой палец. Задняя. И угловой следом разыгрывает Эмполи. Ох, момент. Остается лежать на траве игрок тосканской команды. Я боюсь, что сейчас... Но еще раз. Формальный повод показать прямую красную у судьи был. И обратите внимание на то, куда смотрит арбитр в момент отмашки. Он смотрит именно на Тригерс. То есть фрик... Отошел налево и очень удобный пас сделал Бруно. В итоге подставил португальца под грубый прием соперника. А знаете, посередине... It does take a lot of stick off defenders here. Волкот против Бадиашвили, а Секумара, какой пугающий момент. Очень плохо, очень плохо. Хотя бы все знают. Интересный момент. Кто первым успел к мячу и кто в кого врезался? Видите, как они играли против действующего чемпиона и нового лидера турнирной таблицы Астон Вилла. Ребята,
delivery. Teo Hernandez dealt with that, but he's left his mark on Harry Kane. Сказал Маккини, Фирпо и Фред. Снова нет реакции. Грилиш. Еще один фол на Грилиша. Много он фолов собирает. В общем-то, Винисиус мог бы и более уважительно вести себя по отношению к сопернику. Да, и вот стоило упомянуть Раилью, как он тут же получает желтый. Вместился. Ой-ой-ой-ой. Зачем так? Юниор Фирпо получает первую в матче желтую карточку за совершенно... Еще свой проход. Каждый раз было ощущение, что... сейчас. Подвергнуто сомнение. Ухо, врезает сейчас в бэджейда на Санчо, который пытался обыграть. Получается нога, мотат отца, еще один американец отцали Литвы Стэппл. Этого сценария было бы любопытно посмотреть, станет ли еще более важной фигурой. Еще одна грубая топ. Смещается в середину. Болит на спилипоэта. Это шанс для Бондопал. Ну, многие считают, что... Я думаю, если видеть на топ игровое время, приглашу все поуде, а нынешнего Эдена Азара неплохо копать. Спасибо, Вячеславса. Такая триянта. Снова пол по стороны занятся. Хотя видно было, что... Дар, небольшой рикошет. Атака продолжается. И пенальти. Этот стандарт еще опаснее, в этом можно не сомневаться. И Байер получает возможность открыть счет уже на 20-й минуте. Баллон, bien donné. Cherchez Kitike. Le ballon. Пойдут в этом матче. Абдей не против.